Смотрите, какие тут птички. Пойдемте до кафешки, дойдем, сядем и отдохнем. Ух ты, розовая какая. Черненькая. А этот цапля. Смотри, какие птички. Для сама. Где утенок, Сонь? Ой, маленькие. Малыши, да? Ой, наверху даже сидят. Только не облизывай, Лев, ради бога. Какие красивые. Соня, а ты видела, какие тут красивые, Сонь? Спят уже. Пеликанчики спят. Как они интересно спят. Сонечка, подожди, Сонь. Соня, садись к этому мишке, я тебя сфотографирую, Сонь. Иди к мишке, я тебя сфотографирую, Сонь. Вот ты сидела у него на коленочках. Вон, такой коричневый. Да. Я вот. Садись. Я вот. На белом. Давай на белом. Лев, иди садись рядом с Соней на мишку. Подожди, Соня, сейчас Лева к тебе. Садись. На меня смотрите. Сонечка, смотри на меня. Лев, а зачем вы так? Так же вас не видно. Хорошо, сядьте. Нет, я вот это детеныш. Ты детеныш. Я котенок. Ты котенок. Ну ладно.
Тебя за рукой не видно, за твоей. А на черепахе и на слонике кто-то сидел? А вот слоник, Сонь, вот слоник. Все свалишься. Не надо упадешь. Села. Давай, давай, я тебя сфотографирую. Садись на него. Я малыш. А вот пингвинчики. Кто здесь? Встань, Лёв, около пингвинчик. Сонь. Ой, пингвины! Давай я тебя сфотографирую. Я с пингвином. Ну, ты тоже пингвин? Смотри, Лёв, Соня пингвин. А ты хочешь тоже быть пингвином? Я тоже. Я маленький. Ты маленький пингвин? Нет, тут так. Я маленький. А тут так. Нет. А кто сможет на слоника сесть? Вот слоник, Соня. Это я слоник. Это вон там. Вон слоник. Смотри, вон лев есть. Это не лев. Нет, это лицом-то повернись, Лёва. А-а-а. Ладно, не надо, не надо, не надо, высоко. Димусь, а можешь Соню посадить на слоника? Нет, я сама могу. Ты ногу закидывай. А там ещё есть. Сейчас тебя папа посадит. Нет. Только ты задом наперёд. Нет, я не могу. Не упади, зайка. Так, вау, молодец. Подожди. Димусь, отойди, пожалуйста. О, класс, а Лёвка где? Смотри на меня, Сонь. Сонь. Соня, куда грязными руками? Лёвка тоже хочет оседлать там слона. Смотри на меня, Сонь. Ну, Сонь, улыбочку. Все, пойдемте. Пойдемте. Грязь, Лёв. Ты что делаешь? Господи. Ты посмотри на ноги. Пошли, Сонечка. Соня, уходим, Соня. Сонь, уходим. Ты Кинг-Конг? Король Лев, Сонь? Ты король Лев? Нет, я вот такой я буду. Кто? Цукат? Ты Цукат? Или как его там звали? Которые как на сусликов похожи. Как их звали? Ну, как они называются, которые на сусликов похожи? Которых мы смотрели. А, Сонь? Не помнишь, как они называются? Цукан? А как? Слезай. Ты король лев, Лёв? А это? Да, король лев. А это? А я буду вот так. Ой. А это? Вау! А это? Это за дерево.
Нет, высоко очень. Нельзя. Нет, я сам. Я знаю, как сам. Все, пойдемте. Всю грязь, правильно, еще руками, да. Ничего есть не будешь. Лёва есть не будет сегодня. Лёва, а останешься... Руки? Останешься голодный, Лёва. Потому что ты весь грязный. Здесь. Весь. Бабушка. Что? У тебя забыли там салфетки. А зачем ты грязь берешь в руки? Пошли. Лёв, я ухожу. Ну сейчас придем, когда? Куда? Ты еще испачкаешься 100 раз, пока дойдешь. Где выход? Где выход? Знаешь, что у меня родился в Майнкрафте еще один лисенок. И у меня их теперь 4. И у меня теперь. У меня было 3 лиса, а теперь 4 лиса. Давай посмотрим на уточек. Смотри, у них там домик какой. Видела? Да, о, красивый. Да, у мамы какой уровень? 20? Ой, я не помню. Ну-ка, да. Посмотрим. А у меня сейчас не подключен интернет. Я дома, когда приду, я... Ну, пойдем дальше. Папа уже впереди. Все, пойдем в другую сторону. У тебя у мамы 20 уровень? Смотри, у них домики какие классные. У твоей мамы 20 уровень? А я не помню. Домой. Нет. Приеду, домой. Да. Ну то. Оставился или поедет? Чего? Ты хочешь, чтобы я к вам приехала? Да, сегодня. Сегодня не получится, зайчик, потому что мне завтра на работу. Она я могу завтра. К вам. А вы завтра уезжаете на дачу, правильно? Да. Я в выходные, к... я к вам в выходные приеду. Мы хочешь? Мы уезжаем жить на дачу. Да. Хочешь, я в выходные к вам приеду? Поеду жить на дачу? Да. Соня, в выходные к вам приеду. Хочешь?